Что такое сплитинг и как зарабатывать на буллтокене? Это важное видео, поэтому, пожалуйста, досмотрите его до конца. Сплитинг позволяет пользователям получать награды в криптовалюте на свой кошелек Smart Wallet. Запрашивать награду можно раз в 24 часа. Награда поступит на адрес вашего криптокошелька и сразу же будет доступна к использованию. Сплитинг успешно используют миллионы наших пользователей по всему миру. Эта технология позволяет людям получать профит без необходимости в дорогостоящем оборудовании и глубоких знаний блокчейн-технологий. Для управления сплитингом достаточно иметь смартфон. Как начать сплитинг? Пошаговый план. Все просто. Прежде всего, вам нужно иметь булл-токены на своем криптокошельке. Далее в кошельке вам нужно заключить сплит-контракт и заморозить ваши токены минимум на 24 часа. Первую награду можно запросить уже через 24 часа. После запроса награды запустится новый счетчик обратного отсчета, и далее каждые 24 часа можно будет получать ежедневные награды пожизненно. Что делать с полученными вознаграждениями в криптовалюте? Полученную за сплитинг криптовалюту можно легко капитализировать различными способами. Продать на бирже или во внутреннем обменнике и вывести в фиат. Вскоре поменять, перевести на дебетовую криптокарту и потратить практически в любой стране мира. Использовать для приобретения физических товаров на внутренних маркетплейсах. Торговать на споте, торговать фьючерсами с плечом. Использовать в игровой экосистеме или заключить новый сплит-контракт и продолжать увеличивать тем самым свои ежедневные вознаграждения. Как работает сплитинг? Сплит-токен и пулы. В основе сплитинга лежит пул ликвидности, замкнутая и самоподдерживающаяся децентрализованная система. По сути, пул ликвидности – это большой криптовалютный кошелек. В нем лежат криптовалюты, которые заморожены на десятилетия. Этот кошелек децентрализирован, у него нет владельца. Он принадлежит только блокчейну, и только блокчейн может распоряжаться токенами, хранящимися на балансе. Блокчейн выдает вознаграждение из пула согласно четким правилам смарт-контракта. В смарт-контракте алгоритмически заложено правило вознаграждать пользователя, который увеличивает ликвидность на рынке. И право на вознаграждение определяется специальными долями – сплитами. Сплиты – это тип токенов с особенным предназначением – определять право пользователя на награду. Каждый день в пуле распределяется определенное количество криптовалюты, которое делится на общее количество замороженных сплит-токенов у участников. И чем больше у пользователя сплитов, тем больше его награда. На каждый сплит блокчейн ежедневно рассчитывает вознаграждение согласно заключенному смарт-контракту. Это вознаграждение не ограничено во времени. Токены смогут получать дети и внуки сегодняшних владельцев сплит-токенов. Как распределяется вознаграждение между участниками пулов? Величина распределяемого вознаграждения зависит от времени заморозки сплита на кошельке и от периода халвинга. Халвинг – это процесс постоянного уполовинивания поступающего предложения токенов Ultima на рынок. Основная цель халвинга – сдерживание инфляции криптовалюты за счет сокращения выпуска новых токенов. На текущий момент в каждом пуле ежедневно распределяется до 5 токенов между участниками пропорционально количеству у них сплитов. Эта сумма делится на общее количество замороженных сплит-токенов у участников. Полученное значение умножается на количество сплит-токенов у конкретного пользователя. И итоговое число отражается в графе расчетной величины награды. На английском My Estimated Reward. После следующего халвинга величина сократится вдвое и продолжит уменьшаться. А это значит, что уменьшится и величина вознаграждения. Поэтому имеет смысл как можно раньше присоединиться к пулу. Станьте частью стремительно растущей блокчейн-индустрии. Начните получать вознаграждение с помощью сплитинга и присоединяйтесь к миллионам пользователей, выбравших игру Battle Bulls для достижения успеха на криптовалютном рынке.